Сегодня в ролике я буду открывать скины в симуляторе кейсов. И все, что выпадет, я буду покупать в стендоффе. Но есть одно важное но. Все эти скины потом я подарю сегодня Ероксу. Ребята, ролик получился очень дорогим и очень затратным. Вы не представляете, насколько же сильно затратным. Он меня сегодня очень сильно разорил. Поэтому, ребята, вы увидите это все в ролике. Берите что-нибудь вкусненькое, усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра, приятного аппетита. И погнали уже к ролику. Тратить голдишечку. Ребят, это очень жесткий ролик. Просто заранее влепите лайкос и погнали к видосику. И также, ребят, я уже совсем скоро буду записывать для вас прокачку. И вообще каждый из вас может в нее попасть. Как видите, у меня дорогой инвентарь. Это значит, я реально могу сделать вам крутую прокачку. Поэтому обязательно не упускай возможность и участвуй в конкурсе, чтобы попасть в прокачку. Но чтобы вам попасть в прокачку, вам нужно быть просто подписанным на мой YouTube канал. Ребята, прокачка будет, как только на канале будет 890 тысяч подписчиков. Все просто, прямо сейчас подпишись на мой YouTube канал, и как только набирается 890 тысяч, то я выпускаю прокачку. Просто, ребята, я прокачиваю только своих подписчиков, а целых 75% зрителей смотрят ролики без подписки. Представьте, вот если вы все, кто смотрит ролик без подписки, прямо сейчас подпишетесь, то прибавится очень много подписчиков, и я просто вот возьму и сразу запишу прокачку. Так что, ребят, ускоряйте выход прокачки, просто подписывайтесь на канал с колокольчиком, ну и погнали уже наконец-то к ролику, больше не буду задерживать со вступлением. Пойдемте тратить голдишечку. Так, ребята, вот мы находимся в симуляторе кейсов. Ерланчик, ты уже знаешь, что за рубрика сегодня будет? Подожди, я не знаю, что будет. Хорошо, говори. Сегодня говори. Я буду открывать кейсы в симуляторе кейсов, но после этого я буду покупать скинчики себе. Ну, рубрика прикольная. Слушай, ну это не все. Эти скинчики... Ой, уронил микрофон. Я еще буду дарить тебе. То есть, по сути, все, что выпадет, сегодня достанется мне! Тебе. Мне? Да, именно тебе. Поэтому, Ерланчик, выбери сейчас два кейса, которые ты хочешь открыть. Два кейса. Так, окей, давай, брат. Один Origin кейс и один гифтбокс. Ты сразу с козырей пошел. Я так и знал, что тебе только два кейса нужно дать, потому что ты сразу купишь самое дорогое. Гифтбокс. Слушай. Хорошо, что ты не... Ну, ты можешь мне купить эти кейсы в игре. Не-не-не, хорошо, что ты не сказал Хэллоуин стикер пак, потому что тогда мне бы пришлось купить его. А все. Так, давай теперь я куплю сам, получается, три кейсика. И это будут первые пять кейсиков, ребят, которые мы сейчас откроем. Конечно, конечно. Давай купим ассистанс, один кейс, ассистанс. Так, что еще тут есть? Покупай ривал кейс. Ривал? А он дешевый, да? Да, и Фуриус не покупай. А, ну все, тогда покупаем, ребят, Фуриус, давайте, два сразу. Так, все, первые пять кейсиков, которые мы сегодня откроем, и потом дропчик из них купим уже в стендоффе. Так, с чего начнем? Раз, пожалуйста, упади что-нибудь дорогое, это мне, это все. Открывай с Фуриус, пока открой, закрой эти Фуриус, закрой их. Сейчас с ним. Не, на самом деле, вообще будет топово. На самом деле шансы намного выше, чем в стендоффе, на то, что тут, допустим, ножик выпадет или еще что-то. Поэтому. Давай. Ой-ой-ой! Вот это начало, слушай, я уже думал. Слушай, мы же покупаем скины. Ты покупаешь скины, которые почти упали. Нет, сегодня мы покупаем скины, которые упали. Потому что ребята не собрали лайки на прошлом симуляторе кейсов. К сожалению. Так, слушай, брат, смотри. Так, давай ассистент кейс теперь открываем. Ассистент кейс. Стоп, подожди. У нас... О! Стоп, подожди. Найс. Смотришь? Смотри, смотри, он упал. Купи. А ты хитер. Давай, куплю. Ладно, я сейчас куплю, получается, дигл. И куплю калаш. Так, дигл. А, дигл стоит 70 голды. Покупаем? Брат, а зачем ты вообще покупаешь скины в игре? Возьми, иди, сходи, купи себе кофе. Возьми, купи себе круассанчика. Поешь, попей. Зачем тебе скины эти? Ты рофлишь? Зачем мне реальная жизнь, когда у меня есть стендов? О, кстати, я открыл Origin кейс. Это была проверка, ты прошел ее. Выпал Дигл Предатор. Так, смотри, давай дальше, блин, давай дальше. Блин, а где дроп, дорогой? Давай. Найс! Никогда больше не покупай мне Furious кейсы. Так, давай сейчас откроем гифтбокс, ребят. Пожалуйста, поставьте лайк, потому что тут можно выпустить авик. Керамбит голд. Сейчас еще падает керамбит голд. Да, они еще на лысо стрижется. Нет! Ха-ха, Origin Box! Ребят, я никогда не постригусь на лысо, я буду отращивать волосы вообще всю жизнь. Окей. Опа! Сколько я могу сейчас купить кейсов?
Стой, давай для начала я дам тебе скинчики, которые выпали. По сути, тут все дешевое, кроме вот этого Дигла Морган. Давай я его куплю. Ты его пока купи, потом отдашь, потом. Да, потом окей, давай, давай сейчас продадим вот это все. Давай, давай. Ладно, давай, Ирландчик, я тебе разрешаю сейчас уже купить 3 кейса. Кроме Nameless, сразу говорю, Nameless ты покупать не можешь, потому что это сразу грабеж меня на Nameless. То есть, ну, ты понимаешь. Ну, слушай, ну вообще да, там же минимум 20 тысяч голды падает. Да, так как бы ты просто мог сказать 3 Nameless. Так, ну Nameless. Нет! Кроме Nameless. Давай, называй 3 кейса. Наверное, ты хочешь, ну... Ладно, стоп. Ладно, давай так. 2 Хайлайн стикер пака. Вот и эти. Один Charm Highland пак. Нет, один это. Один. Ты грабитель! Два Highland стикер пака, да. Я грабитель. Погоди, ты же понимаешь, что... Highland стикер пака. В Highland стикер паков, если еще 2 открыть, там 100% выпадет наклейка, которая косарик стоит. Ну минимум. Да. Ну а да. Тут еще может выпасть Gold School. Ребятки, сегодня просто грабеж. Поставьте ему как бы лайк, а он мне сейчас отдаст скины за это. Давай. Давай. Ты псих. Ладно, давай еще куплю 2 кейса, потому что мы по 5 кейсов крутим. Давай это будет, ну, competitive кейсик. Давай. Потому что он дешевый тут, ну. Дешевый дропчик, только бабочка. Знаешь, кто будет? А, кто? Давай, расскажи. Подписчики лайки будут давать тебе. О-о-о! Ребят, такое приветствуем. Ладно, хорошо. С чего начнем? С какого кейса? Хэллоуин стикер пака мы начнем, молодой дружочек. Ты сразу хочешь ограбить? Вот прям сразу? Пусть, да, бусти, правильно, бусти. На бусти обычно, ну. Ой, уже, там уже Gold School пролетел. Эй. Дракула. Почти упал. Дракула. Дракула, фуф, ребят, выдыхаем, потому что Дракула это, наверное, вот самое... Безобидное, что могло упасть. Так, что дальше открываем, Ирландчик? Competitive кейс. Окей, competitive кейс. Надеюсь, Кэмпи грабители. Чтоб хоть. Так, так, Найн, Сплинтер Шторм. Да блин, а! Мама пришла. К Ирлану мама пришла. О, еще один так, Найн, Сплинтер Шторм. Так, осталось 2 стикер пака. Грабитель, дайте сока, пожалуйста. Давай тогда я пока что открою себе Charm Pack Halloween 2020. Давай, паук. Пожалуйста, что это? Найс, да, черепуха. Да, не забустил. Так, вот, стоп, смотри. Перед открытием этого стикер пака, подари, я сейчас сделаю этот соклинание, подожди. Так, шалай, махалай, симулятор, Gold School, выпадай. Все, брат, чекай. Это Gold School. Нет, это не Gold School. Найс! Нам Денис Никоркин упал с кейс-симулятора. Ты так, все, ребят. Теперь идем в стендовчик и получается выбираем. Подожди. Давайте. А. Ты мне должен купить сейчас Дениса Никоркина, он нам упал. Чтобы он, ну, ролики тебе в подвале монтировал. Да. Так, давай покупаем стикер Rush. О, ты мне должен 2000 голды. И стикер Дракула. А где стикер Дракула? Капец, это суммарно стоит 2000 голды, это как будто целый ножик, хотя я просто открыл 2 кейса. Это просто жесть, так. Брат, ты лучший, подожди, стой. Так, сейчас еще должен выпасть Tech Nine Splinter Storm. Так, Splinter Storm, где у нас? А, он тоже стоит... Все, сейчас я его тоже куплю. Да, блин, можешь себе, брат, оставить, так уж и быть, не буду грабить. Не, грабим. Сегодня такая рубрика. Вот этот вот череп за 100 голды. Так, все, сейчас я перезайду в игру, ребят, чтобы скинчики купились. Так, Илайчик, все, скинчики пришли, ты готов уже их ловить? Так, с чего начинаем? Ну, конечно, с какого скинчика? Дракулу сюда давай, Дракулу сюда. Окей, все, заказывай Дракулу. Скажи, когда ты ее уже закажешь. Я ее закажу за 888 голды, давай. О, все, слил, найс, все, Дракула у тебя. Так, давай стикераж, готов? Давай, ставлю закуп за 999. Так, все, Раш тоже продал, капец, ребята. Просто 2000 голды, вы должны уже поставить лайк. Так, Ирландчик, окей, дальше. Давай, ты девятый, погнали. Заказывай сразу 2. Давай, я же поставлю, короче, за 61. И закажу 2 штуки, давай. Так, все, первый и второй. О, ребята, реально. О, давай дигл. Это вообще топовый дигл, Герман. Еще и с диглмастерами. Подожди, давай. Это башмачочек. Да, ребята, вы забыли наш мем про башмак. Мы же дигл теперь называем башмаком. Все,
Заказываешь башмак? Да, да, да. Все, да, держи да, башмак с тремя он, наклейками. Котя, рынок перестал лагать, заметил? Да, наконец-то, давай заказывай череп тоже. О, 100 голд! Подожди, я не хотел еще брать, блин, ладно, заказывай. То есть, все, ребята, все, скинчики слил. Надо открывать. Нет, все, все, пока что я тебя ограничиваю в выборе кейсов, потому что ты будешь сейчас только их называть. А, ну сейчас, то есть, смотри, сейчас типа нельзя Хэллоуин только покупать. Нет, я сейчас сам куплю 5 кейсов. Так, 2 years, это первый кейс. Первый кейс 2 years. О, калашик продался. Ты продал калаш за 200 тысяч. А вот тут тебе голда. Брат, ну я трейжусь в симуляторе трейжусь. Так, дальше у нас New Year. А у тебя 1 916 000 голды. Жаль, не в стендофе. Братанчик, хочешь себе таких же крутых скинов, но не знаешь, где их получить? Тогда тебе точно на GG-шку. Здесь сейчас проходит новогодний ивент с Сантой и Гринчем. Пополняй баланс по моему промокоду и получай на 35% больше к сумме своего депозита. А также получай уникальные Гринч-поинты, которые ты вообще сразу можешь обменять на бесплатные скинчики. Также стартовал ивент помощники Санты на 1 000 000 голды. Выполняй задание и выигрывай до 235 тысяч голды. И это еще не все. Специально для тебя у меня есть уникальный промокод на барабан бонусов. Вводи его и бесплатно активируй барабан бонусов. А для тех, кто досмотрел до конца, держите промокод на кейс «Ну погоди». Он у вас тоже сейчас на экране. Если у тебя возникли какие-то вопросы, то пиши в техподдержку на сайте, они тебе всегда помогут. Всем праздничного настроения и крутых скинов. А мы погнали к ролику. Так, брат, все. А помнишь, я тебе чипсы, помнишь, ну, делился одну чипсинку, помнишь? Ну вот я тебе отдаю с процентами. Ладно, давай еще крутанем вот один вот Project Zone 9 стикер пак. Все, братанчик, с чего начнем? С какого кейсика? Еще 5 кейсиков заряжены. Дань, а кого ты любишь сильнее, меня или свою маму? Ну, вообще, ну, свою маму. Почему так? Ну, она меня там родила, вырастила, воспитала, накормила. Брат, нет. Но на самом деле, это я тебя родил. Погоди, ты реально ждал, что я скажу, что, ну, я люблю тебя? Ты не так все понимаешь. Я твоя мама, я тебя вырастил, я тебя родил. Хорошо. Илана, кого ты больше любишь, меня или свою маму? Я люблю больше твою маму. Это хорошо. Одобряю такое. Ладно, давай начнем с 2 years. Тут может выпустить. Капец, какие дорогие скинчики, ребят. По сути, здесь реально все очень дорогое. Даже вот этот поганый юспик синий, рарочный, стоит дофига. Слушай, синий поганый, что офигел, что блин, называть рарку поганой. Блин, почему надо, а так это полторашка где-то, полтораха. Это ты полтораха, блин. Капец, use 2 years red с первого кейса. Сколько ты стоишь в стендофе? Полтораху он где-то стоит, да, помню такой. 1400, ребят, он стоит как ножик просто. Да. Отлично, я же пойду сразу его словлю, давай, где он? А, ребят, это жесть, просто полтора... 1222, сливай. Просто сразу... Капец, это просто жесть, почему такие дорогие скины в этих коллекциях? Ладно, ребятки, еще раз сейчас откроем. Ребятки. Обязательно. Еще один юст. Ребятки, уже не спасает только у нас напитки от Добрый. Добрый, это самый. Вообще, ребят, сокер. Пейте воду, только воду. Вода, drink. Эй! Поганые юспы! А что не 100 трек, слушай, братанчик, можешь типа, ну, 100 треков лучше взять? Зачем мне обычно? Почему юспы падают, эти поганые, дорогие юспы? Так, подожди. Косарь голды! Куда? Косарь. Ставлю закуп, давай. Ставлю за закуп, сколько знаешь, ставишь? За 9 голды. Ладно, слил, давай. Давай капец, синий тоже. У меня сейчас столько дорогих скинов. На. Давай синий тоже заказывай, братанчик. А, синий? Зачем мне синий? Типа, ты, ну, а, точно. Заказал? Я закуп за 2087. А, за 2000 поставил, да, говоришь? Может, за 287? Да. Капец, ребята, ребятки, посмотрите, насколько скинов он меня уже ограбил. Да. Поставьте, пожалуйста, сейчас лайк. Если мы под этим роликом наберем 20 тысяч лайков, то Даня запишет первую серию прохождения игры Grounded на канале. Мы будем с ним проходить Grounded. Запишем для вас первую серию. Честно, я даже не знаю, что такое Grounded, Ер. Ну, ты меня научишь?
Да, я тебя научу, ребят. Поставьте 20... Ты опять продал коллаж за 224! Найс, F40 Arctic! Я так рад, что мне выпал M40 Arctic, потому что она в садофе стоит 20 голды, поэтому продаем ее нафиг. Наконец-то я хоть чуть-чуть сэкономил. Так, здесь есть стикер Зона 9 маск, он тоже стоит дофигища. Опять коллажку! Ладно, все. Ой, открываем этот поганый кейс. Пожалуйста, пожалуйста. Найс! Danger Zone! Danger Zone она стоит немного. Она сколько стоит у нас в стендофе? А ты также голду в стендофе? Ну, трейдинг. Не, в стендофе, к сожалению, мне приходится ее донатить. Ладно, покупаем. Я их покупал за 20 голды. Смотри, у чела написано солевой. А я сам не человек. Я потерял свое сердце за голубую монету среди парада планет. Сливаю. О, сливаю. А слился? О, слился, я правда. Так на гитаре хорошо играю. Правда, покажи, рынок опять залагал. Класс. Давай, давай, покажи, покажи. Даня гей, Даня гей. Он от детей. Осуждаю! Что за песни? Ну, кстати, Ирон, да, хорошо играешь, я тоже заметил. Хорошо, хорошо. Покупаем еще 5 кейсиков. Ты готов к ним? Да, как бы, ну, ты сегодня прокачиваешь музыканта, так сказать, ну, профессионально, он начинающего, правда, немного. А, все, понял. Так, ладно, давай я тебе дам еще одну возможность чуть-чуть голдишки поднять, еще один кейс Туерс куплю. Один, потому что это вообще скамнутый кейс, так, один такой куплю. Давай куплю! Ладно, Ирландчик, сегодня рискуем по полной программе. Подожди, куплю. Давай ты мне купишь неймлесс кейс. Нет, я куплю гифтбоксик, ребята! Поставьте лайк за это! Нет, один. Гифтбоксов. Так, давай еще один Origin купим. И... один... Ерланчик, ну там выпадет, ну, не знаю, бокс. 5 кейсов, Ерланчик, я купил. С какого начинаем? Капец, там юспол... Что? Самый дешевый, говорит! Подожди, а ты мне реально купишь этот скин? То есть, ну, прям, без рампа, подожди, а ну-ка, захожу сюда, ну-ка, сюда, ты, блин, слушай, неплохо, слушай. Ааа, 2000 голды! Бака! Что, брат? А, у меня даже на закуп не хватает, фига я бомж. Реально? О. У меня, кстати, тоже скоро уже не будет хватать, потому что я постепенно-то разоряюсь. Сливать? Сливай. Окей. О, Найс, Юрок скупил. Так, Найс, все. Слушай, Таня. Ты лучший. Капец, просто Ер. Спасибо за прокачку. Реально. Ер, ты понимаешь? 3 миллиона голды на вот откуда, да? Дай мне миллиончик хотя бы. Вот бы у меня в стендофе столько было. Ер. О, продался. Ер, у нас осталось 4 кейса, и ты понимаешь, что все эти 4 кейса сейчас могут выдать какую-то, я не знаю, жесть. Реально. Да. Подожди, окей. Давай начнем с гифтбокса. Да. Хотя ладно, гифтбокс попозже. Гифтбокс попозже. Не-не-не, гифтбокс попозже. Дается Туерс. Пожалуйста, юспик синий. Пожалуйста, юспик синий. Ебакер. Я просто хочу сейчас заплакать и нахер удалим симулятор кейсов! Говнище! Брат, никогда не удаляй этот симулятор кейсов. 1400 голды, да блин! Так, 1259 голды. Давай, сливай. Продастся, надеюсь, тебе. Найс, Ерокс, ребят, вот слился за 0.03. Да это жесть! Куда столько дорогих скинов? Честно, если сейчас выпадет что-то еще тут дорогое, я, наверное, просто... возьму и удалю нахер со симулятора кейса. Подожди, больше не буду в нем ролики записывать. А ты забыл, что ли, что ты должен сделать? Ты же сказал, что покупаешь все, то, что поет в симуляторе кейсов, мне в симуляторе кейсов. Понял? Нет, я покупаю тебе на аккаунт. О, кстати, Юм Киберпанк. Я думал, ты мне купишь это в симуляторе кейсов. Нет, это неинтересно. В симуляторе кейсов у меня уже 3 миллиона баланс. Я уже там все прошел. О, давай вот этот за 72 голды. Стоп, подожди. Готов? А давай проверим, правда ли трейдер. Открой свой профиль в симуляторе кейсов, давай. Нет, стой. Да, закажи юбкимберпанк, давай. А, это обычный юбкимберпанк. Да, ты думал, что трековский? Не, фух, хорошо, что, кстати, вот с Origin кейсов падают дешевые скинчики, не падает какое-то говно дорогое. Так, окей, ставлю закуп 72. Все, слить. Найс, все, улетел. Смотри, а ну-ка, проверка, открой свой профиль. А. Открой свой профиль. А, у меня ник, кстати, Ероксятина, но я бы на самом деле сделал ник вот такой лучше. А, лучше вообще вот такой.
Еще, подожди, стой, подожди, у тебя бронза 2, и у тебя 3 миллиона голды. У тебя один час вообще в симуляторе. Как ты трейдил? У меня теперь Ерокс ботинок. А как ты трейдил, подожди? Ну у меня вот такие калаши, я их ловил. Жаль, вот пацанов, я не могу себе такой карбончик вывести с голдскулами. Я бы так его любил, это был бы мой любимый скин. Ладно, Елан, что открываем, гифтбокс или Хэллоуин стикер пак? Честно, я боюсь даже и то открывать. Пока что давай гифтбокс, потому что с Хэллоуином пойдет голдскул. Я это знаю. Пожалуйста, я уже симулятор. Научился отличать, короче, вот именно стикер пак и гифтбокс. Я уже заранее знаю, что упадет. Найс! Райвл бокс! Найс! Честно, смотри, я знал, что тут упадет, ну, типа, дешман. Смотри, короче, видишь, там прикол? Смотри, там у Хэллоуин стикер пака есть... Одна деталька важная. Там пиксель, видишь, около скелета. Он немного с подъемом, таким вот, с угловатым. А на обычных, именно где падает обычный дроп, то нет. Тут, короче, холдскул падает, поэтому может, ну, типа, уже, так сказать. Открывай, да? Ну, я сейчас просто, ребят, забущу все рарки, потому что если да, может еще... бусить. Ну, типа, знаешь, типа, я знаю все отличия вот этих именно стикер-паков, кейсов, гифтбоксов, смотри. Пожалуйста, только, видишь? только холдскул. Не это говно. Найс! Стикер зомби, найс! Ребята, я считаю, я еще очень легко отделался от этого кейса, потому что могло выпасть вообще что-то поганое. Это кайф. Так. Наклейки. Заказывай эту поганую наклейку зомбаря. Я заказываю за 600. Ой, стой, 56. У меня еще... Стой, еще не заказывай, у меня еще не купилось. Все, найс, продалось, да! Капец. 2000 голды осталось на балансе. Капец, Ерон, ты сегодня меня очень сильно разорил. Просто брат, у меня осталось на балансе 2000 голды. Брат, подожди, стой, у тебя еще скины дорогие на аккаунте. Можешь вот мне отдать аккаунт? А, не-не-не, вот у меня вот чистый инвентарь, видишь, из комонок, рарок. Все, я просто разорен. Ребята, тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. Ставьте лайки, пожалуйста, подпишитесь уже на канал. Немного осталось до миллиона, ребят, подписывайтесь. Тут ролик классный вышел, он тут правее. А у тебя тут слева плохой. Но у нас всего один ролик вышел. Может, лучше его вместе посмотрим? У меня шиза, да, один этот ролик. Все, ребята, всем пока-пока!